Окей, у нас проблема. Вы наверняка видели множество видосов по этой игре I'm Fish. От всяких самозванцев, которые считают, что они рыбы. Что они знают, каково быть рыбой. А ведь это я! Я профессиональная рыба. Вы разве не помните, сколько видео по рыбе, где я выживал рыбой? Прекрасных видосов, доказывающих, что я единственная неповторимая рыба в мире. Давай, быстро, нарезку видосов. На тебе рыба гребаная, я съем тебя. Детишки, отвернитесь. У папы дела. Отвернитесь, я сказал. Ты зря это сделала, сраное подобие крокодила. Я вообще возьму и сдохну, понял? Я сдох, ха. Как тебе? А-а-а! Что я делаю? Я лечу! Так. О, громедные. Кровоточит мое очечко, но ничего, я справлюсь, я выживу. Ваты напихаю, и все будет нормально. Я стал частью скал, помогите мне. Видали? И кто после этого будет спорить, что все те, кто выложил это видео до меня, не своровали у меня идею, а? Кто? Кто будет с этим спорить? Никто. Потому что... просто никто. Вот и все. Короче, сегодня будем играть в эту игру так, как в нее следует играть. Как в нее следует играть? How to play. Roll your ball to the ocean. Все предельно понятно. Suburbia и City. Ну, давайте начнем с самого первого. Давайте, ребят, чтобы я без косяков прошел эту игру, ставьте лайк обязательно. Прямо сейчас. И подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Опа. А вот и мы. Я рыба. Какого хрена я здесь делаю? А? Я... Погодите. А? Я только что был в океане. Как это так? Как... Куда? Ё-моё. Ну ничего. Евгений, это вы? Ваше лицо как-то странно и уродливо искажается через это стекло. А, нет, это просто вот у вас такое лицо. Знакомый у тебя голос какой-то. Ну это же я, Кижуч, переродившийся. А теперь, Евгений, следуйте моим советам. Сейчас мы с вами обязательно попадем в океан. Поплыли. Неважно, какую клавишу жму, оно все время плывет вперед. Слушайте, это же просто piece of cake. Piece of shit. Нажмите F2, чтобы фидбэк оставить. У меня геймпад. Нет такой клавиши F2. Думаешь, что раз я рыба, я тупой? Нету F2 на геймпаде. Тихо, тихо, тихо. Сволочьё! Евгений, сейчас вы будете смотреть, как я умираю. Медленно и мучительно. Вы этого хотели увидеть, да? Ну что ж, ставьте лайк. Ставьте. Вперед. Все оказалось сложнее, чем я думал. Я просто разминался. Теперь мы понимаем все, что стоит на кону. Стоит на кону жизнь рыбья. Кто-то может сказать, что ну и что, это всего лишь рыба. А это всего лишь растение упало. Но это же все живое. Вот так вот рыба отомстила человечеству. О май гад! Я не знаю, что происходит. Есть! Фух, жив. Ай, молодец, рыбешечка. Делаем обзор. Обзор, аналитику. Вот сюда нам нужно. Тихончик. Тихонечко, твою мать! Твою мать! Ой, как же так? Как же так? А, нет, ну блин! Я упал с такой высоты и не сдох, а всего лишь какого-то сраненького столика, но надо было чуточку. Чуточку! Падаем. Все, хаос. Хаос. Контролируемый хаос. Понимаете? И экшен! Черт. Сраность какая! Я тут умираю, если что. Не обращай внимания. Но это уже как два плавника об асфальт. Легко, выверено. Вообще не паримся, спокойно, хоп. Шмяк. Стоп, 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 стоп. Вот, кажется, давай, давай, нет. Да чтоб тебя, матрас был так близок. Но я на блюдце, а блюдце наполнено водой. Значит, я как бы должен выжить, по идее. Логика такая, нет? Не печальтесь, друзья, это всего лишь шутка. А если попробовать вот отсюда? Хоп. Чего я ожидал, собственно. Давай, разбивай способность ходить. Когда, если не сейчас? Когда, если не сейчас? Когда, если не сейчас? А чё это я? Чё это я так... Как? Я упал, но не разбился. Посмотрите на мой аквариум, он весь треснутый. Вот здесь надо немножечко подумать. Туда мы не можем. Ну, мы можем, точнее, вниз туда упасть, но а зачем это нам? Это же самоубийство. Хотя это хороший выход. Если вдруг вы, ребят, родились рыбой, проще сразу суициднуться. Ой, мама. Да вы сволочи! Надо быстрее изучить карту, пока у нас есть шанс. Давайте просто доверимся судьбе. Вот мы катимся, катимся. 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 Сработало, блин. А теперь не хочу доверять себе, стоп. Она паникует. Нет, Серег, не делай этого, не надо. Все в порядке, я знаю, что я делаю. И это абсолютно безопасно. Нет,
Не разбивайся. Вот хорошо. Ты видишь, это рыбка? Побережье. Ага, я видел. Я видел этот матрас. Давай, рыбка, не паникуй. Нет, не могу. Можешь, рыбка, можешь. Чуть-чуть правей. И веточка. Молодец. Ой, рыбешечка. Ой, умница. Ой. Вы что, серьезно? Машины? Я ничего не вижу. Давай, рыба, все, мы почти. Одной звезды не дали. Почему? Сюда я попробую в клубе теперь. Ну что ж, дружище, пора бы нам с тобой как-то объединиться. Давай, что ты? У меня рыба-аутист. Рыба-аутист у меня в аквариуме. Я вижу, куда нам нужно. Оп! Мимо! Есть, попал! Посторонись, чертовы людишки. Ой, ты урод! Осторожней, ступенечки. О, вот это дерьмо. Вот это дерьмо. Ну, кажется, всем нет дела. Разгон. Оп! Четенько! Чётенько! Не надо! Тварь, а! Вот ты сволочь! Давайте попробуем носиком, чтобы вот передней частью вперед. Сейчас. Чё-то музыка прекратилась. Все смотрят на меня? Нет, всем пофигу. Ой, мама. Тормози! Подтормаживай. Опасно! Вот эти точно представляют угрозу для меня. Ой, он сейчас толкнет меня! О! Нет, ну я же... прям флипнул. Ну почему я обратно не нырнул? Ну разве сейчас не должно быть четко? Давай, тварина такая, прыгай. Хорошая попытка, давай. Нет. Медленно. Как-то опасно. Опасно. Есть. Ой. Как-то... как неудачно. Ну как удачно в итоге все сложилось. Ой, оно идет на меня. Тихо. Есть. Люди ходят. Я запомнил его лицо. Оно было все низкополигональным. Я запомнил. Все забыл. Рыбы помнят 2 секунды. Помните? Не помните, потому что мы все рыбы. Пни меня куда-нибудь в море! Пожалуйста! Ну хоть под юбку заглянуть можно. Приятное воспоминание перед смертью. Я забыл, черт. Направо! Съезжай, тупорыба! Все. Хорошо, у нас есть 2 пути. Это... пандус и ступеньки. Какой из них менее проблематичен? Даже и не знаю. Скатываемся. Я скатился. Тормози, молодец! Что у нас сейчас? Какая у нас тут движуха? Хоровод. Кажется, это жопа мне. Это смерть. Это смерть, да? Нет, все, не добивай лежачего! Да сволочь, да сволочь! Ой, какой большой путь проделывать надо. Нет, урод! Боже ж мой! Строго. Нет! Да чтоб тебя, еще и ты меня запорол все. Да почему? Да. Давай, переверните обратно и налейте воды. Но так не будет, я знаю. Если этот тварь сейчас отойдет. Я рыба. И я забываю все неудачи. О! А давайте-ка попробуем отсюда выбраться. Я никогда так не делал. Хорошая идея. Почему она мне раньше не приходила в голову? Мы, рыбы, жаждем прогресса. И никому нас не остановить. Я не просто какой-то там ведро уборщицы. Я живой человек. Точнее, рыба. Неважно. Жизнь, она одинаковая. Будь это маленький микроб, будь это большой толстый слон. Как измерите размер жизни? Это точка в пространстве, понимаете? Каждая жизнь — это точка в пространстве. Я вам говорю, рыба. И эта точка бесконечно мала. Или бесконечно огромная. И неважно, в каком теле она находится, понятно? Потому что жизнь везде одинаковая. И если она помещается как в малюсенького микроба, так и большого слона, значит, она бесконечно мала, как квант. Или даже меньше. Я не знаю, что такое квант, я рыба. Я бы вообще не доверял себе в плане научных теорий. Итак, раз, два, 72-й сейчас пройдет. И пошли. 56-й — это мое счастливое число. Счастливое, понятно? Да. Окей. Нам нужно в туалеты, правильно? Я понял, мы через канализацию попадем в океан. Ну, давайте. Нет, меня откинуло. Нет!
Блин! Мне кажется, эту игру можно сейчас совместить с Party Hard. Вот бы пришел тот чувак в маске, перерезал бы всех тут, и я бы спокойно добрался до туалета. Разработчики, сделайте кроссовер, пожалуйста. Четенько прошел. Хорошо, тут вот чел, который тварь. Ух ты, говно! Четенько именно сдох. Нервы мои. Нафиг я играю в эти игры. Давайте, сейчас будет наш шанс. Наше время пришло! Его не отнять у нас нет! Есть! Хот-дог, не пинай меня! У меня же язык просто затвердел от напряжения. Это что у меня получилось? Куда ты гребешь, рыба? Пожалуйста, развернись. Вот так. Все. Смотрите, как прет их. Меня-то как прет. Пожалуйста, все, никаких сюрпризов. Плиз. Стоп. Так надо, блин. Причем надо успеть. Простите, срочно туалет, срочно. Благо у меня две ноги, я идеально сохраняю баланс. Пройди, у меня горе. У меня бычевой пузырь размером с опухшую печень. Женщина, потом, любовь потом. Да не трогай меня. О боже ж мой, господи, да зайди ж ты уже. У меня камень в почках, понимаете, он сейчас должен выйти. Давай. Нет! Да блин! Нет! Что ты делаешь? Что ты... Встань! Ой, боже мой! Еще разок, и в этот раз все получится. Ну давай, мужик. Мы с тобой одно целое. Эй, да простите. Тебе повезло, что я очень хочу в туалет. Иначе я бы начал драку. Я очень дрочливый человек. Поэтому я такой одинокий. Нет, рыба, что с тобой? Блин, игра, кривая, сраная игра. Как мне быть, если рыба торчит из меня? Помогите! Я просто не могу ничего сделать. Игра решила меня кинуть через хрен. Да что, блин, за говно? Я смирюсь с тем, что я просрал. Кажется, я просрал. Она меня к началу несет. Стоп! Все. Делайте игру, пожалуйста, нормально. Вы и так ее делаете геморройно. Это зачем вы делаете... Кажется, рыбья память соединилась с человеческой, и теперь она помнит. Она помнит, как тут была женщина, которая танцевала, мешала. У меня, кстати, уже меньше половины осталось, но мне придется ее подождать. Нет выбора. Она все равно толкнет меня. Ну говно. Ну ладно. Итак... Я помню, знания, накопленные рыбой за 3 секунды, и человеческие объединились, чтобы выиграть в этой игре. Возможно. Почему тебя разворачивает тупая эта ссаная обоссанная рыба, выссанная? Пожалуйста, потерпи еще чуть-чуть. Ты у цели. Всегда, когда ближе всего к туалету, хочется еще сильнее, но на самом деле это обманчивое ощущение. Ты можешь, ты стойкий. Нет, да почему? Последний раз пробую. Если не получится, я в жопу эту игру. Я в гробу ее видал. Я забуду о ней. Я забуду обо всем. Забуду о том, что у меня есть канал. Я просто возьму и перестану помнить. Понятно? Будете во всем винить разработчиков этой игры. Окей, народ. Идем. Размеренно. Пожалуйста, иди внутрь. Будь ты проклят. Берем разгон. Разворот. Первая кабинка не наша. Консьерж. Конферансье. Швейцар. Подскажи, какая свободна. Вот это. Есть. То, что есть... Да. Пожалуйста. Это еще не конец? Это еще, блин, не конец? Хорошо, ладно. Это конец! Да! И ты, игра, после этого смеешь ставить мне всего лишь 4 звезды после той непробиваемой упертости, которую я продемонстрировал, после той непоколебимой воли к победе, которую я показал вам всем. Ты ставишь мне 4 звезды. Друзья, нет. Однако мы говорим «да», когда я спрашиваю вас, доказал ли я всем, что я являюсь настоящей рыбой, а?
доказал. Да. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, в Стиме, заходите в мой Инстаграм, заходите куда хотите, все ссылки будут в описании под видео. По всем ссылкам, что в описании, заходите. С вами был Юджин, и всем пять!